И всем огромнейший привет, друзья, с вами я, Саня Играт, и добро пожаловать на новенький выпуск по Радмиру. Третьем сервере мы залетели сегодня на этот сервачок, дабы проверить контейнеры. Вот вам видеоролик того, как вот я недавно открывал контейнеры на нашем русском сервере на проекте «Мой дом». Было охуенное открытие, если ты не смотрел этот видеоролик, он вот буквально вышел недавно. Обязательно чекни его на канале, он есть там, поэтому, друзья, залетайте, играйте вместе со мной на этом замечательном проекте, либо же на моем доме. Промокод «Игра» действует и там, а как его ввести, спросишь ты меня. Нажимаешь кнопочку F2, промокоды вверху, потом вот сюда вот вводишь мой промокод «Игра», активируешь и получаешь вот эти бонусы себе на карман. Ну а чтобы получить еще больше денег на старте, обязательно делай скриншотик этой страницы, что подтверждает, что ты ввел именно мой промокод. Отправляешь мне в личку в Дискорде или же в ВК, и я тебе на банк положу 200 тысяч долларов. Отличное начало. Я считаю, что прекраснейшее лучше и быть не может. Ну а мы, друзья, погнали открывать контейнеры. Ну что ж, друзья, на балансе мы имеем 36 миллиончиков долларов, а это другая совершенно сумма, чем на проекте «Мой дом». Давайте сделаем такие же махинации, как мы делали в предыдущем видеоролике. Мы покупали вот этот исключительно рядочек, да, я вот так вот сделаю, чтобы красивая картинка. Именно вот этот сначала ряд, 3,5 уплачено. Этот мы с вами покупали, и рядом с ним стоящий вроде здесь, в этом ряду, если я не путаю, ну денег должно, по идее, у меня хватит, сколько у меня еще денег, 22 миллиона. Так, чтобы не перепутать, я и вот этот на всякий случай куплю. У нас контейнеры уже начинают потихонечку уже все покупаться, окупаться, я надеюсь, да, открываться. Так, и вот здесь мы тоже покупаем, отличненько. У меня еще остаются бабки. Итак, поехали, друзья. Первый контейнер сегодня на проекте Радмир, третий сервер. Если что, друзья, напоминаю, мой промокод «Игра» берете вот сюда, вот вводите, активируете, играете вместе со мной, получаете бонусы на старте. Ну, а у нас первый контейнер. Поехали. Это 5 миллионов. Это плюс. Слушай, реально вот это вот, именно вот это 5200 даже. Вот эта вот сторона левая, она реально дает крутые тачки. И мы выходим в плюс. Открываем следующий, рядом стоящий контейнер. Land Rover. Слушай, это не китайская, это не GTA-шная вот эта реплика. Сколько она стоит? 2500. К сожалению, минус, лямчик. Но это не беда. У нас есть еще вот здесь контейнеры, которые мы также с вами открываем и забираем. Лансер. Сука, ебать, он охуенно смотрится. Но стоит, к сожалению, где-то лям 800. Да. Да, я думал даже меньше. Но спасибо, хоть такая сумма. Поприятнее. Намного поприятнее на Радмире открывать. 2-2-2-2-2-2, что там, Супра? Я не верю в это. Я не верю в это. Блядь, вы понимаете, что эта сторона рабочая? Реально она рабочая. Две тачки, ладно, 3500 мы с вами заплатили. Если продать 4800, не такой же большой плюс, конечно. Ну, ладненько, хорошо. Мне кажется, пока что мы в хорошем плюсе. Открываем контейнер, опять китайщина вот это вот выпадает. Она не стоит, ну, 2500. И может, это не китайщина, напишите в комментариях, кстати. Может, кто из вас шарит, что это за тачка. Мне очень будет интересно, чтобы я на будущее знал, чтобы ее хуйню не обзывать. Вдруг это какая-то стоящая тачка, о которой я просто был не в курсе, а вы в курсе. Соответственно, комментарий оставил, Саня потом тоже уже становится в курсе всех событий. И мы, друзья, тем временем, пока мы пиздим, а вы тем самым пишите комментарии, прожимаете лайки, да, подписывайтесь на канал. Я просто скупаю все контейнеры, которые у нас остались. Денежка позволяет, я надеюсь, вот просто хочу сейчас купить последние два контейнера и посмотреть, сколько денег у меня осталось. А, подожди, у нас еще здесь контейнер был, я про него совершенно забыл. А сколько денег? 11 миллионов. Слушай, хорошая сумма. Хорошая сумма, чтобы забрать сейчас ламбука. Ты понял прикол? Ну ты... Давидыча наклейка? Ебать. Ты понял этот прикол? Охуеть и не стать просто. Это как, блядь? Это как может так вести, что, блядь, просто этот ряд сегодня играет? Я сегодня открывал на моем доме. Там хорошие тачки выпадали. И здесь. Ты видишь, что происходит? Реально я делаю вам, ребята, вот все 520.
Я не знаю насчет бумера, но я его продаю. У меня есть тачки пока что, два гелика у меня есть. Мне этих автомобилей хватает, но еще две тачки. Что происходит в сегодняшнем, блядь, видеоролике? Проверка, нахуй. Что за хрень вообще такое? В смысле хрень? Это бэхи, блядь, братан. Это бэхи. Сколько они стоят? Ты чего? Ебать, две бэхи одинаковые. 3600. Да они нихуя не стоят. 3600, а я 3500 заплатил. Сотка всего лишь плюс, блядь, хуйня. Так, значит, поехали. Открывать, но все равно очень приятно. Nissan GTR-чик тоже прикольно, тоже прикольно. Но мы его продаем. 4300. Это плюс, это плюс. У нас осталось еще несколько контейнеров. Мне кажется, все равно ролик удался. А прям... как они? Они не по очереди, что ли, висят или что? Забираем 3600. В смысле не по очереди висят, что? Итак, на ваших глазах очередной контейнер на третьем сервере Радмирчика, который сейчас вас удивит. Ну, на 2400 должен удивить, как минимум. Да, мы заплатили 3500. А, 1450? Рили? Я думал, 2 400 000 стоит. Но ничего страшного, друзья. Есть, есть еще порох. Нету пороха, это 1 400 000. Да, слушай. А, 1 150 000. Ну, комплектация слабенькая, да, неудачная. Друзья, последний контейнер, я так понимаю. Контейнеров больше нет, и нам выпадает, ну, Мерседес. И так много всего хорошего было, я считаю. Мы его продаем. И давайте сейчас проверим, везде ли я контейнеры открыл. На балансе 37 миллионов. Мы в реальном плюсе, поэтому я думаю, мы уже все доказали. На третьем сервере Радмира это все получше. Поэтому давайте еще сейчас контейнеров откроем. Я уже язык заплетает, извините, я в ахуе. Сейчас еще парочку откроем. Главное в этом деле не заиграться и не потратить все деньги. Вы знаете меня. Поэтому еще 6 контейнеров, друзья, покупаем. Деньги, благо, есть. Мы в хорошем плюсе. Можно было бы сейчас уйти спокойно, и у нас были бы деньги 100%. Еще и на казики, и все что угодно можно было бы с этими деньгами сделать. Но я человек азартный, как бы, в этом плане. И хочу показать вам хороший контент, тем более на таком замечательном сервере, как Радмирчик. Почему бы и нет? Да, да, да. Так, последние два конта покупаем. И последний. Есть! Тем самым, друзья, уже контейнеры готовы. К вашему вниманию, и мы открываем первый из них. Это 5200. Слушай, там спойлер какой-то у него сзади. Это может даже дороже. А, не, 5200. Хороший Мерседес, кстати, он тут же мне и выпадал, да? В начале открытия. Скрипт или не скрипт? Говно это тоже мне падало, но не здесь. Оно там выше где-то падало. 2500 только. Третий контейнер. Давай, удиви, братишка. Удиви, пожалуйста. Ford Mustang смотрится охуенно, но это мимо. Сколько он стоит? 2500 вроде он стоит. По крайней мере. А, 3600! Плюс соточка сюда на карманчик. Хорошо, хорошо, хорошо. Друзья, есть еще 3 контейнера. Я тебе реально говорю, на Радмире лучше дает, чем на моем доме. Ну сюда ж! Ну сюда ж, блядь, две тачки плюсом. Посчитайте, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько мне за этот видеоролик упало по две тачки в контейнере. Я хуею, 5300. О, там Kia еще сзади стояла, понял. Ай-яй-яй, что ты делаешь, братишка? Бэха, бэха, сюда. Ну, надеюсь, плюс или нет. 3600, да, соточка плюс. Какие охуенные контейнеры на Радмире. Я в ахуе. Ну, это может минус, но в любом случае я безумно, друзья, рад. Мы продаем за 2150. Не такой большой минус. Сколько у нас денег на балансе? 38. Мы еще на лямчик в плюсе, блядь. Понимаете это? Блядь, это пизда. Это будем теперь открывать только на третьем сервере Радмир. На моем доме пока что остановимся. Все доказал, все показал вам, друзья. И реально очень выгодно открывать на третьем сервере Радмира. Так что приходите, играйте вместе со мной. Промокод ИГРАТ вот сюда вот вводите. Вот сюда вот, да, вот так вот вводите, активируете. И, блядь, приходите, лутайте бабки на контейнерах. Реально охуенно дают конты. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока-пока.